Под колоритную музыку национальный обед. Помимо традиционного таджикского плова, гости фестиваля попробовали экзотические кулинарные шедевры. Малийские яса, буджула, камерунские пончики с фасолью, афганский плов, острые крылышки по-китайски. Это один из самых национально-традиционных блюд весенних. Но когда будет наступать весна, у нас всегда готовится долмаш. Ассаламу алейкум и всем привет. Это одно из наших национальных блюд, плюс считается, которое нашим домом придет гости, мы без слова не отпускаем. А иностранные студенты, в свою очередь, оценивали русскую кухню. Пробовали блины и вареный картофель. Во время фестиваля национальных блюд гостей развлекали и творческими номерами. Пригласили студентов педагогического университета с тем, чтобы ребята показали свое умение, знания своей национальной кухни. Такие мероприятия очень объединяют ребят, делают их более дружными. И наши ребята, наши студенты с удовольствием на эти мероприятия посещают, потому что тоже есть чем поделиться. Идет такое взаимное обогащение. Фестиваль национальных блюд уже стал фишкой политехнического вуза. Добрую традицию университет сохранит и в дальнейшем, ведь вуз является многонациональным. Валентина Аскерова, Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком.